Пошли нахер отсюда! О, ёб твою мать, как же я сейчас... Играй, сука, я еще играю, иди! Серега, нет, мы будем пикировать вниз, пока вертолет не взорвется. Нахуя? Ну чё, Куба молодой, с тобой, как обычно, Клэнси. Прямо сейчас перед тобой рубрика «Банда YouTube за кадром». Что это за рубрика, я, в принципе, уже объяснял, но я могу объяснить еще раз, если ты здесь впервые. Суть в чем? Все вы знаете, что мы снимаем огромное количество роликов к каждому на канал. Вот, и, соответственно, что мы еще делаем? Мы еще чем-то занимаемся, скажем так, вне съемок или вне так называемой F9, непосредственно на роликах у других ребят. Но у меня клавиша F9 работает абсолютно всегда. И самые сочные такие моменты я добавляю к себе в ролик. То есть, это по сути за кадром, этакие бэкстейджи. Я очень надеюсь, что тебе понравится данная рубрика и что мы соберем 2000 лайков. Тогда я вскоре выпущу следующую серию, но не раньше, чем через 4 дня. Ну что же, приступаем. Че тянуть, так сказать? Очередной богач позволил себе суперкар, а ты все еще ходишь на своих двоих? Скиллука маловато, татух может мало? Так чего ж ты ждешь, бро? Быстрее переходи в группу Клэнс Апгрейд и вкачивайся на максимум. Любой уровень, наборы по вкусу и постоянные акции. Адекватный ценник. Будь самым крутым в GTA 5 онлайн благодаря группе Клэнс Апгрейд. Ссылочка в описании, бро. А еще прямо сейчас на твоем экране. Заказывай прокачку и будь самым крутым. Надо сценку, пацаны. Да. Короче, не, смотрите. Не, нахуй надо в пизду. Нахуй надо. Я ничего не буду снимать сценку. Я, блядь, я не спрашивал, надо сценку, не надо, я сказал, надо, блядь. Ну, это я самое. Я не спрашивал. Это просьба или приказ? Да. Это приказ, блядь. Пошел нахуй. Пошел в пизду, реально, охуевший пидорас. Зайдите все за террористов. Нахуй, никуда не буду заходить. Так, Олег и Толя контртеррористы. Да, ёлки-палки. Так, а теперь... Нихуя! О, нихуя. Додиктив. Смотри, у него как будто бы волосы развиваются, так это не волосы, нихуя. Блять. А вы сидите в кафешке, короче, хаваете, что-то базарите, мы забегаем с автоматами. Вы сидите в кафешке. Вообще адекватно мысли. Сядьте, сука, в кафешку. А я на кассе работаю. Да, ты на кассе. А ты, Паш, короче, просто такой стоишь. Прям чмокни такой. Да-да. Потихоньку на шифте уходишь такой. Берешь негив такой и выходишь. Пошли нахер отсюда. Здравствуйте, свободная касса. Лицо в пол. Опять эти головы. Так, понятненько. Деньги, быстро, деньги. Все, что есть, скажи. Домой отсюда, быстро, сводите отсюда, твари. Я предупреждал, что лучше не заходить. А нормально, чтобы вообще чужих грабил, а? На космическом корабле. Вы должны прийти вообще и очкануть, блядь, пересраться. Мы просто топим корабль, на котором мы ходимся. Придурки, блядь. Блядь, пошел в пизду, нахуй. Блядь. Это просто самый уебищный раунд, нахуй. Тут они едут. Он подходит. Здорово, пацаны. Ну ебаный, блядь. Че, Толя, ему новый месяц? Нас космос уносит. Это и посылочка на землю. Охуенно, давай подольше раунд, блядь, давай. Прикинь, ты реально... Ты прикинь, ты реально заходишь под на каком-то корабле в капсулу, такой, ща, подожди, блядь, ща они подойдут, поедем нахуй. Долбоёб, что ли? О, ёб твою мать, как же я сейчас обосрался, пипец, кто вообще это сделает? На скримера попался. Да ну его нахер, игра обоссанная с этим вашими чужими, сука. Посмотрите на этого монстра, который обосрался просто. Такая дура стоит и обосралась. Вы меня найдете, пацаны, вообще, нет? Подожди. Ебуть. Все, ведущего убили, выиграли. За что, Олег, блядь, за что? Я на фотке стыкилы спрашиваю, это Шумора? Да. Так я зажал скрипачки. Бля, ты дебил, блядь. Блядь. А, сразу там, видно. Оказывается, видно все платформы. Меня сразу предупредили, а я затупил. Никто нихуя не сказал, блядь. Рон. Ой, блядь. Олег, нет, иди в пизду. Да ёбана в рот! Да, блядь, да... Я только долетел, блядь, Олег. Нахуй говорю. Так, все готовы. Ей-ей-ей!
Ура, получилось! У меня целый паркинг по своему дуру. Залез ты уже нормально, прошу тебя. Олег, подаришь один байк мне, пожалуйста? Готовы? Да. Блин, дурак, блядь! Сука, дебил! Как он сам упал! Он сам упал! Не можете... Серьёзно? Бакар Руслан! Я еще играю, сука, я еще играю, иди! Я еще играю, твой! Стоп, хам, подключи, я хочу, ага. Ну, прям под конец. Ну, под конец, да, может. А вы где находитесь-то? Вы че? Паш, едь к нам. Вот смотри, у меня... Серега, нет, мы будем пикировать вниз, пока вертолет не взорвется. Нахуа? Что, потом ехать долго? Нет, с Андреем похуй, как ты видишь. Ай, долбоёб. Натуральный. Блять. О, менты приехали. Приехали, уехали. Деньги на серию тебе, Олег. Блять, разнесу нахуй. Олег, ты видишь, что Макс меня на понт не брал? Андрей, давай, подходи, уже время 2 часа, понимаешь? А, ебаный очкошник не разнесет. Все, давайте начнем. Разнес нахуй. Придурок. Бля, ебать, если я 4 машины взорву, ебать, вы такой енно. Тогда всё, ты не взорвешь, ты пиздобол. Дарелох. Олег, а чё меня провоцирует? Я могу взорвать, но всё, хуя. Да, да ничего, не, ничего ты не взорвешь, блядь. Твоя, не, блядь, сейчас полицейские придут. Ты видишь, рядом они стоят. Так а чё, Серёга, они ты меня разводят, ну? Ты ебанутый. Я, типа, могу спокойно взорвать, мне похуй. Ёбаная размазня, блядь. Андрей? Всё, давай. Ладно, всё, хорош, да, давайте снимать. Успокойтесь. Реально, лох, блядь. Андрей, вон, твое действие, петушок, блядь. Реально. Пиздобольчик, ну. Все, давайте начнем. Да что за хуйня едет за мной, долбоебы, блядь? Ебанутый болт, блядь, пошел ты нахуй. Че тебе надо, блядь? Это что за пидорасы за мной катаются, нахуй? Ты ебанулся, что ли? Ебан, Андрей, я понимаю, но иди нахуй. В смысле, только у тебя со мной был повод завести счеты, блядь. У меня даже денег нет, ты понимаешь? Андрей, Андрей, просто умри и все. Андрей, просто умри и все. Я так просто не сдамся, нахуй. Так вот, смотри. Паша и так был в самом начале впереди. Дизлайк, нахуй, за эти разговорчики в строю, ебать. Да, дизлайк. О, нормально, наконец все нормально поставили, нахуй. Олег сейчас лайк поставит. Да, Олег сейчас лайк поставит, 100%. Олег, ты мужик? О, нахуй, я красавчик тупо. Я всегда не заставлю. Вообще, абсолютно. Блядь, тебе, блядь, доебаться, что ли? Хоть ты, блядь, сидишь, хуйню какую-то мне несешь. Олег, скажи, чтобы Андрей продолжил, типа, чтобы он такой, кокорику, следующий раунд. Ничего. Просто. Так ты видел, он среди нас, когда мы в компании? Андрей, когда в компании Олега и Макса. Мы с тобой два таких чистокровных фламинго, а он на палочках петушок такой. Нет, это я видел, вот я угорнул. Олег, ты согласен с этим, что ли? Он угарнул. Ты угорал, Олег, над этим? Да. Так это реально смешно, когда тоже идет, так языком хохол летел. О, мы в лесу. Да, блядь, я опять не заражал. Пуч. Я не виновный. Я не виновный, за какого хуя, блядь. Я уже какую, 10-ю, блядь, 20-ю игру не виновный. Я его наверну, блядь. Я прошлый был виновный. Ты сейчас, скорее всего, заражен, я буду тебя ебашить. Держишь курс, да? Ваня стреляет, мне очень страшно, ребята. Это я не виновна, не волнуйся. Хан, ты что делаешь? Я... Да. Хан, давай я тебя хан положили на всякий свой. Рот свой школьник закрыл, блядь. О, дед лежит. Давай мы там закрыли. А я не порочный, никто, я не поднимай. Так, Ева, возможно, тоже заражена, я не уверен в этом. Извини, но я тебя тоже положу. Не добивай, не добивай. О, все со сбитой кровью, ищем пьюзы, ставим, понятно? Я слышу, в маньяков превращается. Кто в маньяков превращается? Бери фьюз второй. Так. Ставь там, я тут поставлю. А что, только не бегай. Мы сейчас спокойно на скиле, блядь, выиграем нахуй. Хорошо. Рот свой закрыл, там слышишь, что там... Да, реально, ёбаешь свой, пожалуйста. Стой на месте, нахуй. Кровь сбита. Кровь сбита. минус кровь, нормально. Встаешь, еще раз буду ебашить. Так, а вы тоже сюда идете? Какого хуй ты поднял ее? Задержать эту шмару. Все нахуй падаем, все как один падаем нахуй.
Всех перепиздашь, они, блядь, всех мазают. Все со кровью сбиты будут ходить. Кто будет пить кровь, ебашу сразу. Так. Я добиваюсь. Ты все ракопчи, ты маньяк. Все, нормально, молодцы. Все, молодцы, ребята. Все, идем до конца, идем до конца. Так, Алекс, стой на месте. На месте, Алекс, стоять. На месте, блядь, Алекс, тебе же сказали. Кровь сбиваемся, стой на месте. Не, потому что крови точно никто не напьется, блядь. При всем желании никуда не получится. С Андрюшей вообще-то, меня вообще-то Андрюша зовут. Так, фьюзы на ходе не ставим, понятно? Кто будет ебать кровь, ебашит с ноги в ебало, понятно? Несу последний фьюз, Алекс, ты следующий ты отлетаешь. Алекс, все тут. Алекс, ты зараженный, идешь нахуй из этой катки, блядь. Где он? Вот, он около меня тут бежит. Пойдем, Алекс. Ты остаешься тут. Пошел нам, пешок нахуй. Унижен, блядь. Так, последний дед. Дед, идешь за нами. Дед, пошли, дед, пойдем за нами. Иди сюда, дед, ко мне быстро. Пойдем, просто, на, бери. Давай. Все, вставай, готовься к смерти. Готов? Последнее слово. Смотри, побежал! Спасибо! Нахуй! Ты еще бегать был с нами шутить, блядь? Держи нахуй, думал, ты уебан, блядь. Сдохни, нахуй. Кто еще остался? А, все, Паш, мы всех убили? Да. Ой, ебать, так же было изи, блядь. Так же вообще легкая катка была. Андрюшка, стой, Андрюшенька, подожди. Я тебе не доверяю, подожди, вот на. Ты что, долбоёб, что ли? Да. Ну что, ребят, на этом заканчивается данный видеоролик. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Все-таки за кадром материальчик немножечко другой, ежели выходит на видосиках. Вот. Если мы соберем 2000 лайков, то я постараюсь как можно скорее выпустить следующую серию. Но не раньше, чем где-нибудь дня через 4 или там через 5. Вот. На данный момент я уехал к Кириллу на день рождения, так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там будут эксклюзивные сторизы и прочее такое дело. А еще я постараюсь отснять для вас вложик. Вот. На этом данный видеоролик заканчивается. С вами был Клейнс и вся банда YouTube. Ссылочка на всех есть в описании. Ну что, F9, спасибо, что провел это время со мной, бро. Yeah.